Изменение ветра. Повторное исследование кристалла. Второй день. Поехали. Когда персонажи активируют на противнике реакцию рассеивания, шанс критического попадания анема атак всех персонажей в отряде повышается на 35% на 6 секунд. Вот это, кстати, важный момент, надо запомнить. В этот раз я не буду X4, я хочу посмотреть, насколько круто будет X2 взять. Ну, скажем так, для тестирования, да. X4 мы в прошлый раз вынесли довольно неплохо, 2600 получили. Сейчас попробуем X2. Так, все правильно же, да? То есть у нас будет первая фаза, так. Согласен. А, так, идеально, я бы в первую и во вторую фазу, на самом деле, поставил бы побольше анема. Но здесь, скорее всего, резонанс будет, да? Не такой, как вы думаете. Короче, смотрите, давайте мы сделаем так. Так вот сделаем. Вообще все на максимум ставим сюда. А здесь нам придется тогда... А здесь тоже можно поменять, нет? Все на анема. Ребята, что сейчас будет, если бы вы только бы знали бы? Но мы не можем поставить, получается, вот этого и вот сюда, и сюда, да? Видите, он блокируется, поэтому, к сожалению, либо туда, либо туда. У нас только... Так, наверное, да? Фарузан. Кстати, мне кажется, она будет лучше, чем моя. Сюда мы обязательно поставим, наверное, вот так вот. Безусловно. Так, и что-то хочется еще такое интересное. Что можно интересное поставить? В этот отряд. Нет, вот в этот, может быть, поставим вот так вот. По привычке у меня, конечно, вот так. Мне надо будет поставить... Кого мне еще можно сюда? Но только если... Огонь, вода. Ну ладно, давайте попробуем вот так вот сделать. Идеально. Здесь у нас будет... С Фурузан никогда не играл, кстати, но все говорят, что они... Это пара идеальная, подходящая. Почему бы и нет? Тогда сюда мы, знаете что... Ой, извиняюсь. Так. Вот так. Но у меня, в принципе, других вариантов, наверное, никаких не осталось. Я навряд ли смогу кого-то еще поставить из-за Нема. Тогда у меня либо Беннет. Да, и можно электричество, в принципе. А, электричество нам не подойдет. Так, если не электричество, то что? Может тогда... Ну ладно. Короче, нам сейчас главное, что нам набрать нужно 2000 очков. Ничего не поменялось, по сути, в условиях, но это X2, и тут, возможно, что-то пойдет не так. Поехали, Фарузанчик. Так, как ты это делаешь? Ты делаешь вот так вот, потом что-то вот так вот делаешь, потом... Ой, что ж я сделал-то, капец. Вот так надо сделать. Поехали. Смотрите, какой колоссальный урон у него. Ошалеть. Что он вытворяет? Ну, кстати, очень мало дают баллов. Просто безумно мало. Все это бессмысленно. Просто можно бить вот так вот постоянно. Одними только атаками и все, по сути. Нормально, в принципе. Ну, плюс-минус нормально. Что? Вот. Так, хорошо. Пошла, Фарузан, пошла, кукла пошла. Где кукла? Поехали, кукла. Вот что я хотел. Но 400 очков всего лишь набираем сейчас. К сожалению, пока что всего лишь 400, это очень мало. Я ожидал чуть большего. Мне кажется, все-таки для меня, идеально это X4. Да, X4, мне кажется, лучше было бы за все время. Ой, как все это круто. Да, и, кстати, вы не забывайте делиться своими результатами на каждый раунд, потому что это действительно мне интересно сравнивать с собой. Сколько получаю, в конце концов, я и... Ой, нет, я зря, наверное, это сделал. Хотя, смотрите, разлетелись все. Пришло время Кутау, ребят, Кутау. Нет, Кутау здесь вообще ни о чем. Хотя 1000 мы набрали, кстати, по сути. 2000 можно получить, да, как вы думаете? Да, 2000
мы получаем, наверное, скорее всего, 100%. Мы... Ах ты, я ж прям максимально просто... Ух, так, поехали, Сахароза. Начнем с нее тогда, пожалуйста. Нет, надо было все-таки их 4, ребят, брать. Хотя здесь ситуация может немножко измениться, да? Тут рассеивание главное, на самом деле. Я-то просто Анему бью, но можно было бы использовать действительно вот это... Четверка пошла, ничего себе! Так, погодите. Да-да, я неправильно все начал. Тут надо было использовать именно рассеивание, ребят. Рассеивание. То есть мы берем вот так вот, грубо говоря, и поехали, поехали. Ну, не так, конечно. Хо-хо! Ребят, как у вас дела-то? Вот оно, пошло дело. Вот это я понимаю тему, ребят. Две тысячи есть. Ну, да, да. Но на самом деле на X4, возможно, плюс-минус я набрал бы, наверное, столько же, да? Давай! Ой, это я зря. Кстати, больше даже, чем вчера, смотрите. Но на самом деле это даже... Здесь проще, на самом деле, получать баллы. 70-й уровень! Ну, это потому что X2, конечно. X2. Где? Что? Нет! Ну я 3000 хотя бы смогу набрать, пожалуйста? Или нет, нифига не получится. Не успею, да. Так, чуть-чуть! Ну ладно, 3000 не получилось. Но это, здесь, по крайней мере, 2900 уже результат лучше, чем вчера на X2 на самом. Да, это X2, мне кажется, может быть, изруинил мне все. 3000, возможно, я смогу получить, если использовал бы X4. Ладно, мы, получается, в любом случае прошли. Давайте посмотрим. Награды, поехали. Да, 2000 надо было набрать всего лишь. Замечательно. Не забывайте, ребят, подписываться, писать комментарии, ставить лайк, нажимать на колокольчик. Естественно, подписывайтесь на канал, ссылочки которых расположены в описании к этому видео, ведь там контента больше, и видео выходит значительно быстрее. Увидимся. Пока-пока.